Вы не задумывались, почему Саня такой спортивный? Меня прям это бесит. Даник постоянно ноет, что он жирный, а со мной даже на утреннюю зарядку выйти не может. А еще мне бесит его Инстаграм. Хоп-бой лихой. Что это вообще значит? Ну что не говори, а у Даника Инстаграм офиген. Данира 23. Так сильно звучит. Кстати, недавно заходил в Инстаграм Санька. У него там были ранние работы с Диманом, когда они открывали «Погнали шоу». Честно говоря, из него получился отличный актер. А вы знали, что Даник отличный вокалист? Недавно зашел к нему в Инстаграм в избранное и обалдел от того, как он классно играет на гитаре и поет. Офигеть! У меня возникла потрясающая идея. Надо рассказать Данику. Саня, напишу в теле. И вот так всегда. Санёк, привет! Здорово, да. Три дня без сна. Чё, погнали с ним? Погнали. Это была полная жесть. Во-первых, у меня появились галлюцинации. А, Саня! Жду не дождусь уже конца этого эксперимента. Саня! Блядь, ёпта, пацаны! Саня! Не спи. Ну вот мы с Даником приехали в больницу, чтобы проконсультироваться с врачом. Мои родители сказали вообще, что Саш, ни в коем случае этого не делай. Я блогер, и мы с ребятами хотим сделать эксперимент «Три дня не спать». Хотел бы узнать, как это может быть вредно. Не то, что даже вредно, это очень опасно может быть. Те же там галлюцинации, какая-то небольшая потеря памяти. Может быть, как-то обездвижение по моторике. Я думаю, не стоит к этому вообще как-то готовиться и проводить, ну, вообще данный эксперимент. Это может быть правда опасно. Как же это приятно вечером ложиться в кроватку. Так что доброй ночи, добрых снов. Увидимся завтра. Пока-пока. Каждый день мы с Саньком проводили утренние тесты, чтобы посмотреть, как сильно меняются его физические и умственные способности. 7,7. 49. 8,7. 56. 9,7. 53. 4,8. 36. 6,9. 63. Для того, чтобы эксперимент прошел удачно, мы уехали с Саньком на дачу к нашему другу Никите, чтобы полностью изолироваться от суеты нашего города. Друзья, вот так меня товарищи развлекают. Ты провезешь и охереешь, но поддержим мы тебя, ведь мы твои друзья. Не будешь спать три дня и охуеешь ты. Ребят, сейчас идет пока только первая ночь. Мы решили сделать такую штуку. Каждую ночь я буду рисовать портрет Шадона. То есть мы посмотрим, как мое восприятие влияет на изменение того, что я вижу. Саня, давай. Саня, давай. Вот почти прошла первая ночь. Хотел поделиться своими ощущениями. Честно, я с самого начала думал, что будет, ну, первые две ночи точно легко. Но сейчас я понимаю, что сейчас я вам скажу, сколько время. Сейчас 7:37, вот. Картину рисовал, с ребятами болтал. Но сейчас я понимаю, что я как будто пьяный. То есть я не координирую свои движения, не координирую свою речь. Точнее, координирую. Честно, ребят, не знаю, как я это выдержу, я сейчас не накручиваю, но я боюсь, что эксперимент может пойти под откос. Никому бы такого не пожелал. Поэтому давайте скоро увидимся, друзья. Йо!
Йоу-йоу-йоу, я, значит, выспался. Шади у нас идет сейчас спать. Хотя он говорит, что он спать вообще не хочет. А вот человек, который сейчас максимально активен. Дань, слышишь, еще на что-то на спирт. Мало ли вдруг. Хорошо, договорились. В общем, сейчас мы с Саней проведем утренние тесты его реакции, его энергии и эгеи. Именно энергии. Эгегей! Ох, Саня, Саня, Санечка. Все будет ок, да? Да, конечно, все будет окей. Ты что? Сань! Сань! Фонарик достаньте. Саня. Блядь, ёпта, пацаны. Саня, блядь. Саня. 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 Ну ты чувствуешь, что ты можешь сейчас пройти? Я чувствую. У меня, знаешь, как будто второе дыхание открылось. Главное перебороть вот этот вот момент ночи. Передержать его. И знаешь, как будто ты вот прям пересиливаешь организм, обманываешь мозг, и у тебя второе дыхание открывается. Ты такой весь на дружнике. Поу-поу-поу-поу, чекиряю, камон-камон, на бульбане. 8,7. 56. 8,5. 40. 7,7. 49. 5,8. 40. 9,8. 72. Неплохо. Ни одной ошибки. Ну что, подбой лихой. Предлагаю уже изощрения всякие. Короче, я никогда в жизни не ел лимон даже хотя бы наполовинку. И Шади сказал, что это крутой способ, так сказать, взбодриться. Поэтому я сейчас попытаюсь. Я думаю, что это достойно. Пишите в комментарии, полный ли я дебил или нет. Спиной ударился? Спиной, головой, пиздец. Дышать не больно? Нормально, нормально. Бля, чувак, пиздец. Бля, выруби камеру. Погоди, а что случилось? Типа, ты просто сорвался или тебя закружила башка? Нет, я сорвался, потому что там маленькая очень деревяшка. Точно? У меня руки скользнули, точно, точно. Сколько здесь метров? Чувак, ну я 1,86 м. Я еще руку вытягиваю и не дотягиваюсь. Больше 2 метров. Больной. Что такое? Да что, зацепил все. А чем ты ударился? Ну что, друзья, настала вторая ночь. У меня огромные синяки под глазами. Банка энергетика. И самое главное, шатдон. Чё, я вообще не понимаю, как ты вывозишь. У меня уже язык заплетается. Как ты вообще стоишь? Ты действительно хот-бой лихой, по-другому тебя не назвать, чувак. Посмотрите, как выглядит смерть. До скорой встречи, будем рисовать. Шадон, ну что, ты готов? Я думаю, да. Шадон, давай, открывай. Слушай, ну... Мне кажется, ты всю свою боль просто здесь оставил. Реально, я вам скажу, что сейчас Саня выживает. Собственно говоря, достаточно посмотреть на его лицо. Вы это уже поняли же. Да, тебе настроение ничего. Уже плохое. Вчера, да, вчера он хотя бы мог улыбаться. Сейчас мы пытаемся гулять на улице, потому что на улице холодно. И хоть как-то холод, там, не знаю, обостряет его состояние. Как вам лес, пацаны? Охуенно, а что куда домой обратно? Все, можно обратно идти? Ну да. Пойдемте. Друзья, всем привет, с вами опять на связи Футбол Лихой. Веду дневник своих ощущений, сейчас вторая ночь идет. Я уже не спал почти 48 часов,
Что могу сказать? Ощущения очень интересные. Во-первых, у меня появились галлюцинации. Например, я смотрел на картину, и буквально на миллисекунду, секунду мне казалось, что волны движутся. Это раз. Во-вторых, на даче есть скульптура маленького человечка, который стоит в саду. Мне казалось, что он мне рукой машет. И третье, возникают иногда какие-то звуки, которые никто не подтверждает. Вот. Я упал на спину, плюс заделся головой немного. Если честно, я ребятам сказал, что я соскользнулся, когда падал, но на самом деле у меня уже на тот момент просто кружилась голова. Ребят, увидимся скоро, посмотрим, как дальше себя ведет организм. Всем пока. Какие мысли у тебя сейчас в голове? Ну что, последний день. Я уже вижу отличия. Вчера я пришел, пацаны были вроде, в принципе, веселые. Сейчас и Шади заебанный. Сани вообще нет уже глаз. Посмотрите, он просто уже выживает. Восемь и пять. Сорок. Пять и восемь. Сорок. Девять и семь. Блин. Шестьдесят три. Хорош. Семь и пять. Тридцать пять. Дважды восемь. Дважды шестнадцать. Четырежды девять. Пять. Я понимаю, четырежды девять. 6. Друзья, ну вы точно видите, насколько медленнее сейчас получается у Санька считать. Пусть правильно, но очень медленно, реально, очень медленно, чувак. Это мы с Шади написали очень давно. Она в альбоме у меня есть. Ну, у группы Multiverse. Альбом не скачивал? Друзья, если вам нравится творчество Никитос, го по ссылке вниз. Давайте, спускаемся, ребят. Этот эксперимент, во-первых, показывает, что будет, если вы не будете спать 3 дня. Ты лучше узнаешь свое тело, лучше узнаешь свой организм. А во-вторых, ты борешься самим же собой, потому что самый страшный враг – это ты сам. Не спать! Саня засыпал, мы не знали, что делать, поэтому решили подарить ему новые эмоции. Ну что, Никитос, куда мы путь держим? Так я выгрузил. Поплыли на тот берег. Поплыли? Да, на тот берег. Все впятером? Да. Ребят, предлагают на тот берег впятером поплыть. Ты серьезно? Она плавает, чувак. Сидите ровно. Так, пиздец, страшно. Мы приехали в лес разжечь костер. Именно и это нужно Саньку, когда он не спал уже 2 суток. Я знаю реально страшную историю. Давай. Ну как бы, я не знаю, насколько она страшна для тебя, но это типа случилось в детстве. И не я один видел, кстати. Вот. Ну давай, рассказывай. В общем, мне было 6 лет, и меня оставили у какой-то там знакомой дома. Я помню прямо, как я захожу туда.
и на все окно вижу какое-то полупрозрачное лицо с закрытыми глазами. Лицо огромное, такое большое, просто с закрытыми глазами, такое спокойное. Я такой, блядь, смотрю и кричу эту женщину, там, типа, Алла Федоровна, по-моему, называется. Типа, Алла Федоровна! Типа, смотрите, что здесь? Она такая заходит, типа, что там? И в этом моменте это лицо открывает, короче, глаза и резко на меня смотрит. Я просто выбежал. Вот я до сих пор, короче, не знаю, что это такое было. Как бы я... Отражение? До сих пор это помню. Все. А, блядь, нихуя себе, блядь! Нихера себе. Ёбаный в рот! Фу, блядь, какая пиздец, блядь! Пиздец, выстрел! Это такая паранормальная хуйня, как... кстати! Все, пацаны, погнали. Все мокрое, точно... блядь, вокруг, ну кому? Фу, пацан, Сань, ты встаешь прям из этой хуйни. Сань. Че, серьезно? Сань. Сань. Фонарик, достаньте. Саня. Блядь, ёпты, пацаны, за... Саня. Сань. Саня. Саня. Сейчас, быстренько. Какие мысли у тебя сейчас в голове? Одно скажу точно, их немного. Но как же здесь охрененно. Просто сказка. Только послушать тишина. Я 100 лет такой тишины не слышал. Какие-то бескрайние просторы. А что ты знаешь, это Истра? Это Истра, да. Большая-большая Истра. Все, пацаны, погнали. Все, теперь точно. Фу, пацаны, Сань, ты встаешь прям? Сань. Че, серьезно? Сань. Фонарик, достаньте. Саня. Блять, ёпты, пацаны, за... Саня. Сань. Саня. Саня. Сейчас, быстренько. Гумел. Блять, пиздец. Нет, парень. Блять, Сань. Саня, ну давай, Саня, до дома, Саня, хотя Саня, бы. Блять, на шатырь где? Да, слушай, из чего на шатырь спит? Вот здесь. Мало ли. Хорошо, договорились. Давай, чувак, шатырь, блядь, шатырь, пиздец. Шатырь. Сань, Сань. Саня. Сань! Сань! Ебать, не трогайте пульс. Пульс. Да, да он держит голову. Наебывает, нет? Нет, блядь, мужик, ты видел, как он упал? Поднимай его, поднимай его, брат. Ёб твою мать. Не спи. Иди со мной. Day and night. I want you to. Не спи, не спи, не спи. Проснись. Чувак, это просто пиздец. Я предлагаю нахуй все это заканчивать. Давайте, я предлагаю заканчивать всю эту тему, чтобы он пошел спать. Ну я точно за, блядь. Я изначально был типа то, что ну, а это вредно, осталось? Блядь. Когда времени. Да осталось фигня на самом деле. Какая фигня, блядь? Еще 12 часов. Больше 12 еще 12 часов? Блядь. Короче, ребят, не знаю, я бы до конца это сделал, потому что мы уже решили, мы уже до хера материала отсняли и просто... Типа, тупо... Все зря тогда будет. Считаю, что нужно продолжать эксперимент, и то даже люди, я уверен, будут писать, что типа это постанова, что типа все это специально сделано, хотя, ребят, это нифига не специально, я никому такого не пожелаю, и чтобы никто никогда не занимался этим, но в моих силах продолжить этот эксперимент и добить его до 3 дней. До сих пор веришь в него? Я в него верю, потому что ход бой лихой никогда не сдается. Ребят, мне осталось 5 часов для того, чтобы выдержать все испытания в 72 часа без сна. А пока начнем рисовать шаддона. Сделано. Посмотрим, что скажут. Как тебя вообще звать-то, ё-моё? Махмуд. Шаддон, в общем, скажет, как получилось. Слушай, ну... С вами снова Худбой Лихой на связи. Это 3-я ночь без сна. Организм жестко реагирует на изменения. Галлюцинации продолжаются. Создается ощущение, что живу с другими людьми, как будто в двух разных измерениях.
тяжело воспринимать информацию, тяжело что-то запоминать. Буду гордиться тем, что не спал 72 часа. Йоу-йоу, чикиряу. Это последняя ночь, с вами был Ходбой Лихой. Всегда на связи. Бля, я совсем ебнулся уже. Осталось полчаса до момента, когда Саня официально сможет спать. Ха, улыбаешься? Ты слышал звук? Нет. Твои гулины уже задолбали. Сань, 8:59. Чуть-чуть осталось. Чуть-чуть. 8:59. Саня, стой. Все, Сань, дай пятюню, Сань, ты это сделал. Ты просто мужчина, Сань, ты просто ебаный. Твою мать. Это было невероятно. Я не верю в то, что все закончилось. Я не верю в то, что я смог, в то, что мы смогли. Возможно, кому-то это покажется глупостью, но для меня это было настоящим испытанием, которое я действительно преодолел. Боже, сколько всего произошло за эти 72 часа. Отдельное спасибо Данику и Шадону. Без них бы ничего не получилось. И огромное спасибо вам за то, что были с нами. За то, что были со мной. В комментариях, какая картина вам больше всего понравилась. И спасибо вам.